Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. И сегодня что же я вам предложу? Сегодня я вам предложу квартиру 2 плюс 1, новую, в новом доме, в 22 году комплекс сдался. Комплекс известный, комплекс красивый, в комплексе живут много иностранцев, находится в районе Тамюк. Комплекс «Лавиния 2» продается от инвестора по привлекательной цене. От дома до хорошего песчаного пляжа 500 метров вся благоустроенная инфраструктура с бассейнами, с хамамами, с саунами, с генератором, с парковкой, с видеонаблюдением, с детскими площадками. Все сделано для людей, все качественно эксплуатируется. Тоже очень важно обратить на это внимание. Зеленый ландшафтный дизайн, все очень красиво, все зелененькое. Квартира 2 плюс 1, два санузла, имеется гардеробная, хороший высокий этаж, но не последний из 15 этажей, это 11 этаж, вид на море в перспективе все равно останется, здесь у нас ведется строительство Мерсин, да, у нас Мерсин активно строящийся регион, Мерсин привлекательный, поэтому успейте покупать по привлекательным ценам, есть предложения также у нас от застройщиков, можно посмотреть их на сайте, сайт появляется где-то на ваших экранах, либо найдете внизу в инфобоксе под видео ссылки на наш сайт, там у нас предложения и на вторичном рынке, и от застройщиков. Будем рады предложить вам подборочку под ваши запросы. Тоже связывайтесь с нами по телефону WhatsApp. Телефон где-то появляется на экране, либо также найдете внизу в инфобоксе под видео, там, где находится все описание. Квартира 104 квадратных метра брутто, новая, никто не жил, квартирку помыли после строителей, чистенькая, аккуратненькая, заходи, заноси мебель, живи, готовы в этом помочь. Смотрим лайк и смотрим квартиру. Поехали! Территорию комплекса высажены растения, все зелено, все подстрижено, все ухожено, имеется детская площадка с безопасным покрытием, отличные горки, тренажеры на улице, баскетбольная площадка, все для вашего здоровья и развлечения ваших детей. Вот такой вот новый красивый дом. Вдоль территории пешеходная зона, прогулочная зона, газончики, аквапарк и бассейн. На территории имеется генератор и беседки. Имеется душ, интересной формы бассейн, аквапарковая зона и бассейн для детишек. Фулл-генератор, полный генератор с полным покрытием при отключении электричества. У нас такое случается в Мерсине. Для многих непонятная проблема, но эта жизнь у нас так случается. Зоны барбекю, беседки,
вот такие мангальчики, вода, приготовить, помыть и накормить друзей и семью. Небольшая, но очень ухоженная, очень аккуратненькая территория. 500 метров от моря. Люди живут постоянно. Очень много иностранцев проживают в этом доме. В комплексе есть 2 хамама и 2 сауны. Вот такой нарядный лифт. Квартира очень хорошей планировки, есть прихожая, вот такой красивый потолок в прихожей, кстати, у нас красивый шкаф, зеркальный, практичный, удобный, оставить ключи, обувь, одежду, на полу пол, плитка, смотрите, какого хорошего, большого размера, модная, современная. Там у нас будут спальни и санузлы, 2 спальни, 2 санузла. Это наш салон, кухня-гостиная, единая зона. Современные красивые фасады кухни, без излишеств, функциональные, с доводчиками, каменная столешница, натуральный камень, красивый свежий фартук, такого цвета молочного шоколада, белый с молочным шоколадом фартучек. Предусмотрено место под всю технику. На полу ламинат. Кухня-гостиная, единая зона. Мне очень нравится. Напишите, нравятся ли вам такие решения. Да, конечно, нужно всегда держать порядочек в шкафу. Но такие дверцы будут вас дисциплинировать. Живите красиво. Вот такое зонированное пространство кухни. Зона зала. В зале у нас предусмотрено место под телевизор с выводами телевизионных антенн. Предусмотрено место для кондиционерных блоков, дренажей, электрика. Все заведено в стены. Имеется разводка под батареи, под газовое отопление. У нас в данной перспективе газификации. Вот такая зона кухни-гостиной. Удобная, красивая, современная. Выход на террасу. Терраса большая, при желании ее можно остеклить. Вот они, наши выводы воды. Дренажи и кондиционерные блоки. Здесь у нас строится комплекс «Лавиния 2». Там, кстати, осталось небольшое количество квартир. Можно запросить прайс-лист по этим объектам. Мы вам с удовольствием пришлем на WhatsApp. Телефон где-то появляется на ваших экранах. Сдается в сентябре следующего, 2023 года. Есть вид на море, и он сохранится даже если будет закончено строительство этого комплекса, он не закроет весь наш обзор. Море гораздо обширнее видно вживую, нежели чем на камеру. От дома до моря 500 метров. Мы с вами прогуляемся, посмотрим. Территория нашего комплекса ухоженная, красивенькая, аккуратненькая, практичная, удобная. Посмотрим спальни. Мне здесь нравится исполнение санузлов. Здесь у нас такой темно-серый, сдержанная плиточка. Раковина, подвесной унитаз и душевая кабина. Здесь у нас детская спальня, тоже хорошего размера, не маленькая. Имеется, естественно, также разводки под батареи и под кондиционерные блоки. Хорошие качественные межкомнатные двери с хорошей фурнитурой.
Квартира новая. В квартире никто не жил. Продается от инвестора по привлекательной цене. В квартире сделана уборка. Осталось занести мебель и технику. Мы вам в этом поможем. Вот такая здесь плитка восточная. Тоже полноценный, с унитазом, с душем, с раковиной. Здесь у нас гардеробная. Уже шкафы имеются. То есть остается только кровати, стулья, диванчики и технику. И здесь у нас выход на балкон. Разводка под газовый котел. Выводы кондиционерных блоков. И тоже вид на море, на бассейн и на территорию. Хороший высокий этаж, 11 из 15. Набережная Тамюка. Пешеходная зона, закрытая для въезда машин. Люди гуляют вечером. Вот такое время, как сейчас, у нас выходят продавцы. Все это у них со своих садов. Свежий урожай оливочек, апельсинов, тыквы. Ну, в общем, что у него осталось в саду. Выставляются, кто тоже на что горазд, товары народного потребления, вкусняшки. Есть выделенная велосипедная зона. Вот она. Поставили. В эвкалиптовой роще футбольное поле. В сезон здесь выставляют шезлонги, зонтики. Пирсы стоят. Рыбаки вон в море на лодках идут. Ну, с берега, кстати, тоже рыбачат. Вот такая у нас красота. Хочется поделиться с вами, передать вот это солнце, вот это море, вот этот свежий воздух, чтобы вы тоже жили и радовались. На газончике сидели, смотрели на море, попивали коктейли. Вот делают фотосессию. Пойдемте поподглядываем. Всегда интересно, как развлекаются другие. Отличное время придумали, отличное место. Дети очень быстро растут, поэтому ловите каждый момент, фотографируйте их. Они ищут лучшую локацию для этого. Пошли на пляж. Всякими с рожками, с ободочками фотографировались. Новогодняя тема. Ага, смотрите, какую красоту мы нашли. Смотрите, какая красота. Порадовала этим предложением. Порадуйте вы алгоритмы YouTube. Поставьте лайк, подпишитесь на видео, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И если вам было интересно и вашим друзьям будет тоже полезно, поделитесь этим видео. Всегда-всегда все детали оставляю внизу в инфобоксе под видео. Заходите, открывайте, смотрите, читайте. Заходите на наш веб-сайт. Приезжайте в Мерсин. Я вас жду в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.